Ходят слухи, что только самый крутой подписчик успеет поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Кто успел? Красавчик, ребятки. Но мы с вами продолжаем играть в мобильные игрушки, а начинаем мы с игры Hills of Steel. И мы начинаем, ребятки. Это вторая миссия, которая называется «Крушение Луны». Кстати, наверное, какое-то обновление здесь вышло, да? Так, получай. И еще разочек. Есть, все, мы грохнули его. Короче, ребят, тут нужно сделать... Наверное, килочков где-то 8, и тогда мы доберемся сами до босса. О, он меня поцелил. Он меня поцелил. А как тебе вот такой вот подарочек? Как тебе понравилось? И на еще раз. Все, готово, ребят. Это была моя ульта, и я ее использовал. Конечно, лучше бы я ее использовал на боссе, но ничего страшного, ребятки. До босса мы еще с вами обязательно доберемся и грохнем его нашей основной пушкой. Так, оу, чуть смазал. И держи еще раз. Блин, как они быстро стреляют, ребята. Они стреляют очень быстро. Вот у меня перезарядка долго длится, а у них прям очень быстренько. Кстати, ребят, кому не нравится эта игрушка, я не рекомендовал бы вам закрывать этот ролик, так как сегодня мы поиграем, ребят, еще в 7 крутых игрушек. В сегодняшней серии мы с вами будем играть в Бравл Старс. Я знаю, что многие из вас просто обожают эту игрушку, да. Многие ее просто, ребятки, кайфуют от нее. Так же самое, как и я. Она мне очень сильно нравится, поэтому я стараюсь в нее играть практически в каждой серии. Так, ладно, давайте мы тогда уничтожим этого лазерного... Лазерная пасть? Это название босса? Странное, конечно, такое название. Так, есть, мы в него попали, смотрите. Еще раз попали. Я его не вижу, но я в него попадаю, ребята, смотрите. Бах, бах, на, получай. Блин, если он, наверное, у меня разок попадет, мне будет хана. Так, он ни разу у меня еще не попал, ребята, представляете? Он ни разу это не сделал. Это было вообще очень легко. Так, босс побежден. Да, мы сами его грохнули и заработали себе звезду. Давайте тогда откроем сундук, посмотрим, что выпадает в этом сундуке. Ну, ребят, здесь может... выпасть даже новый танк. Да, мы с вами открыли себе новый танк. Ладно, давайте мы тогда пройдем еще один уровень. Мы открыли себе, получается, какой-то танк. Давайте я гляну. Вот этот вот мы и открыли, да? Давайте попробуем за него тогда пройти еще одну миссию. Ну, постараемся. Так, что он делает? Серьезно, блин, вы издеваетесь, это вообще... А, тут, короче, натягивается эта штука и... Бяу! Все, 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 я понял, ребята, я теперь понял. Так, и... Бяу! Бах! Еще раз, бах, отлично, отлично, бах. Так, он лазером меня валит, смотрите. На, получай. Все, мы грохнули этого инопланетянина. Да, короче, в этой игре произошло обновление, но эта игрушка, она такая себе, ребята. Я бы не сказал, что она прям супер... не то, что игрушка, а танк, я имею в виду. Танк вообще какой-то такой лоховской, если честно. Давай, взрывайся. Блин, давайте хотя бы ультой. Так, ульта моя, получается, я мину просто поставил. Блин, я зря, конечно, сюда эту мину поставил. Нужно было где-то в другом месте ее ставить. Так, ну ладно, продвигаемся тогда вперед, ребята. Вперед и только вперед. Босса мы с вами уже точно не грохнем. Потому что у меня уже пол хпшки нету. Давай, 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 давай. Блин, лазерами валят. Ребята, валят лазерами. На, перелет, снова перелет. Все, мне хана. Ребят, меня сейчас грохнут. Блин, меня грохнут. Ну, ничего страшного, ребятки, можно, в принципе, эту игрушку закрывать. Открываем тогда следующую игру, это у нас Мистер Нуб. Продолжаем, ребята, играть, это я уже не помню, какая миссия, но это уже, наверное, миссия будет 10-я там, либо какая. Так, хорошо, давайте, может быть, в Lucky Block пойдем, постараемся. Так, опа, рычаг провернулся, динамит попадал. А, вот куда динамит должен был упасть. Так, все, конец. Так, ладно, давайте тогда будем думать. Тут тоже вот какой-то рычаг или что это такое? Нет, это вряд ли рычаг. Ладно, давайте тогда грохнем вот этого вот зомбаря. Вот так, пяу. Ну, блин, не того, конечно, я хотел грохнуть. Я хотел вот этого вот грохнуть. Он падает на этого чувака. Отлично. Так, теперь ты вот сюда вот. И этих можно, наверное, вот так вот грохнуть, да? Легонечко, пяу. Так, вот у нас еще две стрелы осталось. И последняя стрела. Тарям. А, нет, еще одна осталась, да? Еще одна запасная стрела. Так, ну мы с вами... Вроде бы все грохнули. Так, кто там еще жив, а? Кто там живой? Так, я не понял вообще, кто там живой еще остался, а? Так, скип. Это был какой-то глюк или что? Ребят, я же всех уничтожил. У них же у всех были, ну, типа, крестики вместо глаз. Так, на, получай. Хоп, 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 хоп. Так, все. Этих всех, ребята, мы с вами грохнули. Так, ладно, дальше. Блин, в руку попал. Так, ты получай, ты получай. Может быть, какой-то глюк игры был, ребят? А ну? Так, да, это реально был какой-то глюк игры. Так, отлично. Следующая миссия. На, бьяу, этого. Блин, я думал, он его зацепит. Ну, к сожалению, не зацепило. Так, этого нужно грохнуть. Ой, опа, есть самого верхнего. Так, теперь это... А, тот сам упал, отлично.
И это тоже упал. Все, есть. На асом, ребят, на 3 звезды прошли. Так, хорошо. Тут, наверное, надеюсь, что стрела отрикошетить. Да, ребятки, стрела отрикошетила. И теперь в другую сторону вот так вот. Пяу. А, блин. Чуть-чуть смазали. О, есть. Отлично. Миссия выполнена. Так, следующая миссия. Динамиты. Блин. Так, давай еще разочек. Оп. Да что ж ты будешь делать? Че ж так слабо стреляешь-то? Так, патроны закончились, ребята. А если мы сделаем вот так вот? Интересно, она упадет? Да, она падает, ребята. Она падает. Так, давайте мы тогда сделаем вот так вот. Ему где-то в голову. Оу, еее. Это было просто супер, ребята. Так, лаки-блок. Падай на голову сюда вот. Та-дам. Так, ну этих пацанчиков мы сейчас вот так вот, ребятки, с вами уничтожим. Так, ты еще там жив, да? Бах, прям в голову попали. Так, отлично. Мне нравится вообще игрушка Мистер Нуб. Такая, знаете, интересненькая, очень интересненькая. Так, дальше. Пау. Еще разочек. Пау. Да ж ты упадешь, блин, или нет? Ребят, что такое? Я уже сколько туда стрел запустил. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Да ёшкин кот, Макарёк, блин. Сколько тут стрел нужно запустить, ребята? Все, смотрите, все стрелы закончились, представляете? Так, а может быть это рычаг какой-то? Нет, это не рычаг. А, это солнце, да? Это солнце. Так, ладно, придется только вот так вот стрелять. По-другому, ребята, никак. Так, бросаем стрелу. Сейчас где-то в голову должна ему попасть. Есть! Прямое попадание в голову. Ладно, ребят, я предлагаю открывать следующую игрушечку. И это у нас, ребятки, Pull Him Out. Короче, Save the Girl, ну, девушка из игры Save the Girl, говорит нам, ну, позвонила нам, что ее похитил вампир. И мы в этой серии постараемся ее спасти. Ну что же, давайте, игрушечка загружается. Черный экран и... Все. Загрузилась. Так, отлично. Но сначала у нас идет вот такой как бы небольшой пазл, который типа нужно разгадать. Ну, все очень легко и просто пока что. Так, все, давай, бери эти денежки. Отлично. Все, теперь побежал, пацанчик. О, я уже думал, что он заглючил. Но хорошо то, что он хотя бы прыгать еще умеет. Это, кстати, 44 уровень, ребят. Да, мы тут уже с вами нормально так продвинулись. Даже очень нормально. Дальше, в принципе, тоже все то же самое делаем. Вот так вот, та-дам. Отлично. И пускай падают деньжатки. Так, собираем все эти деньжатки. Но мы пока что с вами только деньги собираем. Неужели мы собираем деньги для того, чтобы выкупить нашу Save the Girl? Новый скин получить за ролик. Нет, спасибо, не хочу я смотреть видео. Так, окей. Дальше уже что-то посложнее, ребята. Дальше что-то уже посложнее. Давайте мы сделаем тогда вот так вот. Арбалет. Арбалет. Я думал, что... Стоп, game over? А почему game over? Что мы с вами сделали не так? Давайте тогда мы сделаем вот так вот. Потом вот так вот. Так, все есть. Теперь вот так вот. И вот так. Так. Так, все верно пока что, ребятки. Все верно. Эта ловушка не сработала. 46-я миссия закончена. Да. Ну ладно, давайте тогда еще выполним несколько миссий. Что нам нужно сделать здесь. Так, мы с вами уже нашли нашу женщину, ну, нашу подругу, эту Save the Girl, и за нами гонится вампир со своей летучей мышкой. Так, мы должны ее грохнуть вот так вот. Пяу, получай. Так, это готово. Миссия выполнена. Давай, иди за теми деньгами, бери деньги и все, и сваливайте отсюда. Ну, ребят, постараемся ее сегодня уже спасти, раз мы уже, грубо говоря, начали проходить эту кампанию. Не хочу растягивать ее на 2 ролика. Я думаю, что буквально еще 2-3 миссии и все. Так, получай. Затем получай. Чувак падает, но не разбивается. Отлично. А хотя, если в реальной жизни упасть с такой высоты, допустим, чувачок, ну, средний рост, 1,70 м, да, у него. А та штука, ну, да, мы считаем, что... Да, а та штука в 3 раза, ну, он находился на высоте, в принципе, такой не маленький, то есть в итоге он бы разбился в реальной жизни, например, если бы он упал вот отсюда, вот сюда, вот на низ. Не знаю, зачем я это вам говорю, но, короче, да, ребята, было бы ему секир-башка. Так, пяу, прикольно, да, сначала одну мышку грохнули, потом другую. Так, ладно, давайте мы тогда пройдем еще, ребята, последнюю миссию, может быть, реально эта миссия очень долгая, и все. Будем открывать следующую игрушку. Ребятки, сорянчик, что я зеваю, просто сегодня немножечко не выспался. Так, чтобы уничтожить вампира, нам нужно найти крестик плюс чеснок. Вот, в принципе, и крестик. Так, делаем вот так вот. Теперь вот так вот. Угу. Лава превращается в камень.
Так, крестик забираем. И все, давай, не бери его. Есть. Ладно, ребятки, открываем следующую игрушку. А следующая игрушка это у нас мой Том бегает за золотом. Кстати, ребята, здесь произошло обновление. Да, эта игрушечка обновилась. Она очень часто обновляется. Ну, начало здесь всегда одинаковое, а потом, ребятки, будет что-то новенькое. Мы постараемся с вами добежать, конечно, до того места, потому что, ну, вы знаете, как я вообще играю в эти игры. В раннеры я, конечно, в раннерах я не спец. Вот, видите, ну вот, что я вам говорил, я просто взял и врезался. Ладно, давайте мы тогда его спасем. У нас, в принципе, с вами достаточно есть динамита, поэтому можно его пока что использовать. Один раз можно спасти, почему бы нет. Так, берем тогда кейсик. О, у нас уже есть 3 кейса, оказывается, да? Ну, было уже 2, сейчас уже 3. Можно их открывать. Тогда, так, это у нас, по-моему, ребята, обновление. Забегаем сюда. Выбегаем, и тут будет новый мир. Да, тут будет вот такой вот мир, ребятки. Его раньше не было. Вот так вот я раньше не помню, чтобы можно было делать. А сейчас можно уже, смотрите. Вообще классно, да? Так, теперь подпрыгиваем. Тарям, дабл монетки. Да, это уже, ребятки, посложнее стало, смотрите, посложнее играть. Ух ты ж, ёшкин кот. Да, реально сложно. Так, теперь вот делаем вот так вот. Хопочки. Так, отлично. Так, магнитик нужно подобрать. Магнитик это хорошая штучка. Так, теперь давай по этой штуке погнали. Подпрыгиваем. Я там немножечко врезался. Так, сейчас делаем вот так. Вот круговорот. Круговорот. Сейчас следующий круговорот. Отлично. Так, неплохо. Дабл монетки. Так, ну тут только вот так вот можно поступить. Ребятки, ну вот, получается, эта игрушка, ну не знаю, обновляется, наверное, раз в месяц железно. Так, это уже, в принципе, старая. Старый сюжет. Так, тут, наверное, снова будет сейчас другой мир какой-то. Да, ребята, тоже обновление. Капец, блин, прикольно, мне нравится. Реально нравится, ребят. Так, подпрыгиваем сейчас, смотрите. Да, блин, вообще класс, мне нравятся эти штуки, смотрите. Опа. Ребят, предлагайте в комментариях какие-то классные игрушки. Мы что-то в последнее время с вами начали мало общаться. Я предлагаю это дело исправлять. Давайте будем с вами поактивнее общаться, что ли, да? В комментариях, да. Я обещаю со своей стороны отвечать на все ваши комментарии. Ну, ребятки, я стараюсь по возможности отвечать на все комментарии. Но не всегда мне это получается. Но могу сказать только то, что я их все вижу. Ребята, все комментарии, которые вы мне пишете, я их все читаю. Абсолютно все. Да, ребятки, я оставлю вам там сердечки, ну а на некоторые комментарии я отвечаю. Ну а следующая игрушка это у нас Save the Lady. Итак, что нам нужно сделать здесь? Она очень голодная, да? Давайте мы сделаем так вот. Хоп! Попали в кита. Оу, щищ. Wasted, да, то есть проиграли. Кстати, тут тоже, наверное, произошло какое-то обновление. Так, пум, побоксировала грушу. Отлично. Так, и принц и кит остался в живых. Я думаю, что кит нам еще пригодится. Так, ноу! Он выглядит недружелюбно. Нате тогда маленького мишку. Нет? Неверно! Так, можно откупиться? Я хочу откупиться. А почему я не могу использовать свои деньги? У меня ж куча бабла. Реально, ребята, у меня куча бабла. Почему я не могу их использовать, вот как в Save the Girl? Странно. Так, он не выглядит дружелюбно. На, поиграйся с этим колесом. Так, это было верное решение. Продолжаем. Блин, снова, короче, волк. Так, волк, помогите. Факел. Чё? О, испугался. Отлично, испугался факела. Ну да, в принципе, ребята, волки там, либо собаки всякие, они боятся факелов, да, они боятся огня. Так. Вот, что это такое? Что это за сундук такой страшный? На, сумочку. Так, чё, верно? Да, magic, магическая палочка. Так, спасибо большое. Короче, эта шкатулка дала нам волшебную палочку. Так, либо чтобы он сгорел, либо чтобы ветер. Ну, давайте, чтобы, наверное, сгорел. Потому что ветер бы, наверное, нас унес. Мне кажется, да, реально. Могло бы быть и такое. О, медуза Горгона, ребята. Так, ну на, посмотри на себя в зеркало. В смысле? Да ладно, вы что, издеваетесь? Почему я не могу откупиться? Ну вот реально, почему я не могу откупиться, чтобы проходить с того момента, где я закончил? То есть вот эти вот первые две миссии мы с вами верно ответили. Но подумаешь, там в третьей ошиблись. С кем не бывает, да, ребят?
Так, и сейчас, что мне нужно на голову одеть светошлем? Я думал, что логично будет выбрать зеркало, чтобы она посмотрела, типа, на себя в зеркало и умерла. Так, хоп, одели шлем на голову. Да, миссия выполнена. Ребят, вот такая, в принципе, игрушка. Я не очень долго хочу в нее играть. Давайте мы с вами постараемся еще использовать одну жизнь, последнюю. Так, червь. Что тут нужно выбрать? Так, каблук. Либо эта штука. Ну, давайте выберем эту штуку. Оу, неверно. Лучше бы я выбрал каблук. Ладно, ребят, открываем следующую. Хотя, да, открываем следующую игру. Ребятки, а в растение против зомби мы с вами выполним бонус гейм. Так, прикольно, прикольно, прикольно. Так, давайте мы поставим туда наши горошки вот сюда, вот. Так, ну у нас... О, как у нас много бабла, ребята. У нас очень много бабла. Так, хорошо. Давайте мы тогда поставим следующий горошек вот сюда, вот. Это мы тоже можем все, в принципе, разбить. Так, пошел зомби. Так, сюда горошек ставим. И сюда тоже пошел зомби. Так, это была такая вот бонусная миссия, серьезно? Так, на, получай. И ты тоже получай. Так, давай. А почему я не могу управлять вот этим вот пацанчиком? Ну, короче, я не знаю, почему. Так, more ways incoming. Так, хорошо. Дальше. Так, это что такое? Оу, отлично. Так, ну что, зомбаки. Так, давайте мы его так вот сразу грохнем. По-быстрому. Так, теперь ставим вот сюда вот. Он его будет замораживать. Угу. Второй зомби поставим. Сейчас мы его поставим. Так. Ну, я думаю, что, в принципе, этот пацанчик один должен справиться. Так, этого мы поставим вот сюда вот. Делаем дальше вот так вот. Так, давай. Они должны справиться. Так, блинский. Так, все, сейчас, наверное, это мое растение погибнет, ребята. Он, наверное, сейчас погибнет. Так, что же мне делать? Ёшкин кот. Ёшкин кот Макарёк. Так, а можно как-то пересадить вот эти вот растения? Нет, их можно только выкопать, ребята. Я неправильно, короче, поставил. Да, я неправильно тут кое-что поставил. Ладно. Давайте тогда мы сделаем вот так вот. И так, это зомби пошел. Все, ну, этот ряд мы сами не удержали. Ну, с кем не бывает. Так, зомби снова пошел. Два зомбаря. Ребята, три зомбаря. Так, давайте мы поставим вот сюда вот. Так, это мы поставим вот сюда вот. Ой, так, все, пусть он ее жрет. Он сейчас его грохнет. Так, и а ты грохни вот этого вот пацанчика. Так, давай. Бяу. Короче, мы немножечко с вами, получается, не удержали полностью всю оборону. Так, третья миссия. Так, делаем вот так вот. Давайте будем прям снизу вот так вот начинать. Так, весь нижний ряд открываем. Так, и давайте поставим вот сюда вот еще одно растение. Сюда вот такое вот растение поставим. Это зомбарь, так, скорее всего. Так, нет, хорошо, открываем следующий ряд. Вот так вот, ребят, мне кажется, это самая правильная стратегия, если делать все вот так вот. Так, дальше, следующий ряд мы сейчас грохнем. Так, отлично. Я просто хочу, чтобы у меня весь ряд был уже защищен. Так, это... Что эта штука делает? Так, я не знаю, конечно, что этот грибок делает, но что-то он по-любому должен делать. Так, давайте сюда поставим этот грибок. Он стреляет вообще или нет? А, нет, зомби, наверное, его съедает. Все, я понял, этот грибок должен съедать зомби. Да, по-любому. Вот давайте вот посмотрим. Смотрите, бросаем гриб. Все, он пошел в другую сторону. Поняли, да? Поняли, что происходит? Так, оу, щищ. Оу. А что он так быстро ходит? Так, нужно вот это вот растение вот сюда поставить. Ой, все, пошел в другую сторону. Отлично. Так, и нам еще нужно вот это вот растение поставить сюда вот. Так, все хорошо. Еще один зомби. Так, давайте сюда мы его поставим просто. Давай, замораживай. Так, это, ребятки, третья катка, третья и последняя. Блин, жалко, что нельзя пересаживать наше растение. Чувствую, что этот вот фронт, ребята, мы с вами не удержим. Да, он самый у нас... уязвимый, в принципе, да. Все, это мхана. Можно как-то здесь ускорить? Давай. Не, пусть этот съест, который с ведром. Блин, они начали друг друга хавать, да? Отлично, давай, добивай ведро. Ну все, короче, мы проиграли, ребята. Мы выиграли, но мы не удержали два фланга. И на этом, да, миссия остановится. Но видите, эти, как бы, зомби, они очень быстро поедают наши растения. Они очень долго поедают орешка, там, еще кого-то. Но этих растений, они поедают очень, ну, типа, горошки они съедают очень быстро. Так, ладно, ребятки, давайте будем тогда открывать следующую миссию. Следующую игрушку. Я реально сегодня не выспался, ребят. Что-то я туплю. Это у нас Scary Teacher 3D. А сегодня в Scary Teacher мы с вами выполним миссию, которая называется Pop Tarts. Давайте мы ее откроем. И открывается миссия. И давайте тогда посмотрим вступительный ролик. Оу. Она выбросила этого кота. Давайте сделаю погромче, чтобы я ее слышал.
Что она будет сегодня делать? Она будет сегодня готовить, ребят. Неужели у нее iPhone? Так, мой любимый, как дела? Говорит, я хочу приготовить для тебя торт. Чоколад торт, да? Отлично, мы должны, ребятки, сами испортить этот чоколад торт. Давайте я вам буду объяснять, что здесь мы будем делать. Так, найти type. Так, хорошо, мы этот type можем найти, либо купить. Type — это у нас изолента. Так, type is placed in the office. Так, офис находится на втором этаже. Find glue. Дальше нам нужно найти клей. Мы можем купить этот клей. Так, клей is placed in the basement. Basement — это подвал. Так, ладно, покупаем клей. Дальше, ребятки, нам нужно с вами купить... Сейчас скажу, что. Купить type, чтобы мы его... А, стоп. Use. Так, все есть. Дальше, ребята, смотрите, мы еще в дом не зашли, а уже полмиссии выполнили. Так, apply on the plate near the cake. Так, хорошо. Дальше, plate is placed in the dining room near the kitchen. Так, нам нужно теперь идти в dining room, ребятки. Dining room находится недалеко от кухни. Так, открываем. И вот сюда. Так, какой нам торт нужно использовать? Так, какой нам торт украсть нужно? Так, она нас заметила, ничего страшного. Сейчас, ребята, мы убежим от нее. Так, ну ладно, пусть она тогда ловит меня, потому что я что-то не понимаю, где именно находится торт. Так, escape. Смотрим, ребятки. Так, apply on the plate near the cake. Так, apply. Дальше, plate is placed in the dining room near the kitchen. А, нам нужно dining room. Так, возле кухни. Так, где находится dining room? Возле кухни, это значит, наверное, где-то, может быть, вот здесь вот. А ну-ка, давайте посмотрим. Так, открываем. О, точно, ребята, все верно. Так, дверь закрываем. Все, она теперь меня не видит. Так, отлично. Подходим сюда, вот к этой тарелке. И что нам нужно сделать? Так, подходим сюда. Так, нажимаем. Так, все, приклеили. Так, она меня, в принципе, достала, но ничего, ребята, сейчас мы убежим от нее. Так, все это мы сделали. Что дальше? Что дальше нам нужно сделать? Так, хорошо. Дальше, find below, найдите шарик такого же цвета, да? Ну ладно, вот, в принципе, шарик, берем его. Так, отлично. Теперь ставим его, наверное, вот сюда вот. Да, мы его приклеиваем, ребята, мы приклеиваем этот шарик. Дальше, что нам нужно сделать? Дальше нужно find... Wiping cream. Так, а где он находится? Wiping cream is placed in the freezer. Он находится в холодильнике, ребятки. Но мы с вами можем его купить. То есть, ну, а так-то находится в холодильнике. Просто запоминайте, что я делаю, и все. Так, теперь мы, наверное, намазываем это все кремом, да? Да, скорее всего, все намазали. Так, теперь нам нужно найти какие-то ягодки, мне кажется. Find red berries, да. Красные ягодки нам нужно найти. Они находятся в шухлядке. Да что ж ты меня ловишь постоянно? Так, убегаем от нее. Нам нужно найти, короче, вот эти вот ягодки. Так, они находятся, ребятки, на кухне. На кухне там, в шкатулке. Так, посыпаем. Так, все отлично. Только зачем теперь нам клей этот нужен? Так, я не понимаю. Так, collect the origin cake. Так, собираем оригинальный кейк. Так, все, есть. И run. Ой, ребята, мы единственное клей не использовали. Я, конечно, не знаю, зачем тут нужно было использовать клей, но мы его, короче, с вами не использовали. А вот теперь, ребятки, пришла. Смотрим, что мы сделали неверно. А ну-ка. Бум! А, все-таки мы сделали все правильно, только... Только мы не использовали клей, ребята, но миссия выполнилась, да, отлично. Давайте будем тогда закрывать эту игрушку. Открываем последнюю игру. Это у нас Бравл Старс. Давайте, ребятки, первую катку Бравл Старс. Мы с вами сыграем за кольта. Будем играть в одиночное столкновение. И у нас... так, загрузочка проходит. Все, конец. Так, ребятки, погнали лутаться. Погнали лутать сундуки. Так, это вот первый сундук, который я сейчас залутаю. О, кстати, уже одна смерть есть. Ничего себе, так быстро. Так быстро, кто-то уже погиб. Так, все, есть одна баночка. Идем... Сейчас залутаем вот эти вот две баночки. Так, идем сюда вот и начинаем их лутать. Ребята, лутаем. Забираем. Так, все. И на, получай, пацанчик. Так, ладно. Так, ребята. Блинский. Так, давайте мы эту штуку заберем. Все, и на, получай. Ох ты ж, ёшкин кот, ребята. И он нас грохнул. Да, мне кажется, что лучше выбрать себе какого-то другого бойца, а не кольта. Давайте мы выберем тогда другого бойца. Зря, конечно, я побежал за тем сундуком. Очень зря. Так, давайте, например, выберем Эль Примо.
Он мне, в принципе, нравится. И сначала возьмем вознаграждение. Это маленький ящик. Тут у нас ничего нету. Так, хорошо, и погнали. Раньше можно было в ящиках выбивать себе бойцов, а сейчас, ребят, ну, после первых обновлений в Бравл Старсе, я еще ни разу не выбил себе бойца, представляете? Реально. Так, ты что, не стреляешь? На, получай. Сейчас мы его грохнем еще. Давай ультуем. Блин, не туда пошел, куда надо, ребята. Но я бы его бы размочил, реально. Я бы его бы на изи бы вынес. Так, и так вот делаем, все, вторая банка моя. Так, идем сюда вот. Лутаем сейчас еще одну баночку. О, смотрите, кто тут у нас сидит. Кто-то у нас Леончик сидит. Давайте мы Леончика этого грохнем. Давай. Все. Грохнули его. Отлично. Ультуем. Була. Давай. Бам. Так, ну ладно. Забираем тогда эту штучку еще одну. Забираем. Так, все. Отлично, у нас уже 5. Так, на того пацанчика мы не пойдем, на Фрэнка. А Була можно этого как-то постараться грохнуть, ребята. Давай. Лутай эту штуку. Нет, не хочешь? Ох, отлично. Молодец. Молочек. И мы сейчас эту штуку еще забираем. И все. Так, хорошо. Так, давайте мы тогда, ребята, зажмем этих пацанчиков. О, все, зажимаем. Этого Була. Ну, ему сейчас будет хана. Так, Эль Прима, типа, в засаде сидит. Типа, он меня не видит, а мы сейчас его грохнем. Давай. Блин. Так, давай, добиваем его. Что? Как он меня вынес? У него была одна банка, ребята. Это было невозможно. Это был глюк. У меня было сколько? 5 банок, а у него одна. Ребята, это что, реально был глюк какой-то или что? Как это возможно? Я не понимаю. Ладно, давайте тогда мы выберем еще Дэрила и сыграем третий раз в этот вот режим. Да не может быть такого, чтобы я ни разу не взял первое место. Что это за жесть такая? Чего там вообще за глюк такой был? Непонятный. Так, ладно, идем сюда. Идем сюда, ребята. Так, о, 2 Дэрила, отлично. 2 Дэрила, мы забираем эти 2 баночки и еще эту баночку я заберу. Так, давай. Все, есть 2 баночки и убегаем. Убегаем. А вот теперь можно и на него напасть. Так, где ты там сидишь? На, получай. Получай, сейчас мы еще ультанем его. На, ультанули. Так, ладно, и убежали. Пока что посидим тут, потому что нам нужно восстановиться. Блин. Ладно, печально то, что я его, конечно, не добил. Ладно, идем где-то пониже. Сейчас залутаем еще пару себе баночек. Вот этих вот. Пах. Так, все есть. Отлично. Следующая банка. Так, давайте лутаем следующую банку. Пах. Так, есть еще одна. Все, убегаем, ребята, убегаем. Так, и убегаем где-то в какую сторону? О, вот сюда. Нет, сюда мы не пойдем. Опасно туда идти, ребята. О, теперь можно газовать вот так вот. Бах. Есть, грохнули его. И у нас шедешечка. Так, 7 баночек. Отлично, давайте чуть больше залутаем баночек. Пусть будет 8. Так, хорошо. Вообще, пусть будет 9. Я, в принципе, не против, чтобы было 9. Так, давай теперь сюда идем. Сюда. И вот где-то вот сюда газуем. На, получай, чувак. Давай, добиваем его. Ребята, бах, все, прощай. Ну, хотя бы один раз, ребята, мы с вами выиграли. Это хорошо, это очень хорошо. Мы заработали больше кубков, чем потеряли. Я, в принципе, доволен. Ладно, ребят, на этом свое видео буду заканчивать. Но я рекомендую вам посмотреть ролики, которые вы видите на своем экране.